В эфире «Они и мы». Здравствуйте. И тема нашей программы сегодня – «Замуж за москвича». Бурное оживление в зале. Годы идут, эпохи меняются, а темы для обсуждения все те же, те же и те же. И сегодня мы будем делиться не только на мужчин и женщин, но и на москвичей и провинциалов. Владимир. Да. Я хочу, чтобы вы рассказали о том, как судьба свела вас с девушкой из Владимира, и потом она вынесла у вас всю мебель из квартиры, насколько я... Сначала мозг, потом, да, а потом уже все остальное. Весьма давно, 10 лет назад, я познакомился в московском метрополитене по личной инициативе молодой, симпатичной, с горячей головой и всем прочим, с девушкой из города славного Владимира. Подождите, по личной инициативе, вот здесь чуть поподробнее. То есть она к вам первая подошла? Нет, Господи, у меня не та внешность, чтобы ко мне подходить первым. Тогда давайте по чесноку. Значит, вам понравилась девушка в метро? Мне понравилась девушка в метро, в мини-юбке и в метро. Я к ней, естественно, подошел с естественной целью познакомиться. Я всем всегда говорю, хотите хорошую жену, знакомьтесь в музее. У меня в основном тогда были романы с москвичками, с девушками из хороших семей, то бишь избалованными, не умеющими готовить, и мою холостяцкую квартиру не то что мыть и пропылесосить, а даже как-то к ней только некоторую брезгливость проявлять. Девушка после вот первого визита совместного на квартиру, после совместно проведенной ночи, она... Это было в тот же день? Это, видите, дополнение, да, после совместно проведенной ночи. Конечно, это сразу после метро? Да нет, я конечно. Нет, он говорит. Да, свидание три было. Да. Три было свидание. Все, приличная девушка. Порядочная девушка. Да. На фоне сейчас современных просто мега. И она выдраила квартиру и мне приготовила завтрак. Для меня, не избалована именно этим моментами, для меня было это неким открытием. То есть вы поплыли? Увы и ах. Я был молодой, неопытный, и дело было ничего. 10 лет назад. Ну, я согласен, ложная скромность немного. Но тогда девушка как-то постепенно, говоря, как ей плохо и трудно жить с дядей и тетей, которые ее приютили как бедную родственницу. Здесь, в Москве. Да, здесь, в Москве. Как-то потихоньку, вот тут уже по своей практически инициативе, как-то потихоньку переехала ко мне. Незаметно для вас. Вот вы знаете, вот насчет незаметно для меня, вот корабли вот в стеклянной бутылке, вот как он туда влез, ведь совершенно непонятно, да? Вот как-то неожиданно она оказалась у меня со всеми вещами, и это вроде бы как было бы моим решением. Я хочу еще отметить, причем... она не только красивая, но и умная. Ну, понятие растяжимое. Ну, хорошо, ум, бессовестный ум, но ум. Это называется street smart, да? Да. Дальше. Когда решили жениться? Дальше. Сколько прошло времени? Дальше, да, мама ее при первом знакомстве со мной меня прокляла и сказала, женить бы только через мой труп. И тем более ключи, и мои родители были против. То есть я уже такой самостоятельный, я иду против воли трех людей. И гори оно, значит, все огнем, ибо она... Сколько лет было вам? 21. Ага. Да. Из квартиры. В этом-то, да. Девушка в качестве приданного, привезя картофель и чистку и комплект кухонных полотенец, у меня плотно обосновалась и тут же завела якобы тесную дружбу одностороннюю с ее стороны с моими родителями и выключила у них работу. В издательстве «Мозгу». Молодец. И параллельно с этим за несколько лет брака выклинчила у моей 90-летней прабабушки все фамильные дореволюционные драгоценности моей прапрабабушки. Она еще и хитрая. Вообще все, хочу заметить. О чем я узнал уже несколько лет после официального развода. Ребенок был ли в вашем браке? У этой милой особы... Как ее звали-то хоть? Ирина. Ирина. Ирина Владимировна. Хорошее имя, главное, редкое. Да, да. У нее обнаружилась непроходимость маточных труб. То есть она не могла забеременеть. Но сначала в этом пытались обвинить меня. Мол, слушайте, ты не можешь. Судьба вам шептала уже третий раз. Да, вот надо было судьбу как-то слушать. Но и сказали, ну, как-то успокоиться и, может быть... Все получится. Да, при половой конституции вашего супруга, но есть некоторые варианты, что мало ли что, но так не сильно надеяться. В общем, идут годы. Супруга, несмотря на то, что зарабатывает втрое меньше меня,
она все время недовольна материальным достатком. С ее точки зрения вот, должны быть вертолеты, за границу нужно ездить не раз в год, а несколько раз. И мне вот постоянно, классика, шаблон, настоящий мужчина, которому всегда предлагается слово «должен». То есть настоящий мужчина должен, обязан и при этом совершенно бесправен. Слушайте, Владимир, я что не понял, а вы ее любили или нет? К тому времени я ее уже разлюбил. И детей не было еще? Да, детей еще не было. И вдруг неожиданно, я уже об этом начинал понемножку задумываться, но вот как-то смотрел на других женщин, вспоминал свой опыт и думал, а в принципе вот так вот, иногда домой приезжаешь, ну жуть, ну нельзя так, почти без любви. А потом посмотришь на других девушек, а поговоришь, да у меня приличная жена. А, то есть все познается в сравнении. Да у меня приличная жена, ну сварливая немного, но с кем не бывает. Она беременеет совершенно неожиданно. Я подумал, что она, наоборот, обрадуется, а она нет. Она не сильно обрадовалась в результате всего этого. Обрадовался я, как ни странно. А вы уверены, что от вас? Сомнений не возникает, кто нас видит. Это моя копия. Это моя копия, она, слава богу, ничего от нее не взяла, как я шучу совершенно справедливо, что весь свой ум, честь и совесть Ирина отдала Даше, у нее не осталось ничего в итоге. Но девочка моя копия, и все просто феноменальным сходством. Понятно, просто... значит, вы спокойны. Я спокойный. Так как же вы после рождения Дашеньки дошли до развода? Так вот, значит, в один прекрасный день, чудесный, я возвращаюсь домой, а у меня из квартиры вывозят все, что можно увозить. Причем вывозят на двух автомобилях ее родственников. Я когда бросаюсь с непонятками, а в чем дело, меня выдают, это финальный раздел имущества. Просто мирно. А вообще я уезжаю к новому мужчине, он больше зарабатывает, он меня будет ценить, любить и так далее и тому подобное. То есть у девушки есть была параллельная жизнь? У девушки, да, была некоторое время параллельная жизнь, причем, как я понимаю, с прошлой жизнью. То есть изначально получилось так, что я отбил девушку у некого владимирского господина. То есть мама безумно любила этого владимирского господина. Вот все годы рассказывала, какой страшный выбор делала девушка. И в итоге девушка пришла спустя там, рождение дочки, беременности и так далее, что выбор-то был сделан неправильно. Я забрала мужчины, только матерился по телефону, нас так друг другу не представили. Квартиру она отобрала у вас в итоге или нет? Нет. Вот хэппи-энд нет, но самый сюр, самый кавка и самый интерес этой истории, как она это пыталась сделать. Я все равно, несмотря там, на мужчину, которого меня с ним как-то не познакомили, я его не видел, я ездил к своей девочке уже в город Владимир, исправно под расписку, как ни глупо, человек платил алименты. И мне нормально давали видеться с девушкой, причем более того, на меня ее периодически сбрасывали, грубо звучит, но с большим удовольствием я занимался ее медобслуживанием и так далее и тому подобное. То есть я с Дашенькой, пусть даже в городе Владимире, проводил довольно много времени, ей занимался, и все, в принципе, было нормально. И вдруг у девушки случилась трагедия, мужчина ее бросивший. Вот, а я остался жилплощадью, она на этой жилплощади официально прописана. И вот начался, значит, постулат общеизвестный, что я тут прописан на 16 аршинах и буду тут сидеть. Как это все выглядело? Сначала в Москву со всеми родственниками своими, как московскими, так и владимирскими, вне моего ведома и согласия вызвали моих родителей. И потребовали у них почему-то думали, что скромные преподаватели МГУ имеют какие-то блага странные, купить ей квартиру в Москве. Или Дашу я не увижу никогда. Итогом этого был только сердечный приступ у моей мамы. Вот, ну, я уже это, что называется, как Каренин, перестрадал. Это, пожалуй, ну, в основном сюр, но все вот это грустно, вот, пожалуй, самое грустное на этом моменте. Естественно, никакой квартиры она не получила, и тот же ультиматум был высказан мне. Естественно, я сказал, что шантажистам платить не буду, что никакой квартиры она не получит. Смотрите, но есть же ваш общий ребенок. Есть же тоже положено. Есть моя замечательная девочка. В городе Владимире большая трехкомнатная квартира. Я своей девочке не просто хорошие алименты выплачиваю, а великолепные. Плюс сверх алиментов покупаю не просто все. Вся одежда, все игрушки куплю за мой счет. Дальше я подал в суд на порядок общения с ребенком. И встречным иском мне в суд идет иск на ограничение меня в родительских правах.
И мотивирует она это тем, что я, с которым она прожила столько лет, от которого она родила дочь, являюсь ни много ни мало шизофреником, запойным алкоголиком и злостным педофилом. Да, совершенно. У меня протоколы при себе, заключение при себе, я вот не голословен. Непростая девушка. Да. Во Владимире что-то, а помните, да, что она вам тогда на завтрак приготовила? Очень вкусную яичницу. Видите, как иногда, сколько может стоить яичница? Более чем. Трагедия просто. И параллельно девушкам... Можете дать совет простым молодым москвичам? Все-таки ищите себе ровно не только в духовном смысле, но и в материальном. Во как! Да. Ну, я думаю, что в данном случае вообще не вот ваш совет, он относится как бы не к местности, не только к москвичам. А я вот насчет местности, вот я не могу, да. Я вот сказал свое отношение к этому вопросу. Я не могу четко сказать, что вот любая провинциалка, да, это алчная. Хватит вам извиняться. На самом деле, провинция, она не в городах, она вот здесь, вот в умах и в сердцах. В провинции, вот я лимита поган, я приехал сюда, сколько приехал сюда? И все. Мы здесь, Москва тоже провинция, в общем, приехал. Ну ты так вообще приехал, и ты как-то говорил, что ты женился на прописке. Ну да. Ну по чесноку давай. А что делать? А вот как это было? Ну так потому что мы закончили институт вместе с Александром Гарричем. Да, надо было как-то оставаться здесь. Нас брали в театр. И слава богу, наша замечательная художественная руководитель курса Марьяна Рубен, Тереза Захарова, Царство Небесное, она всех устроила в театры, а нужно было прописка. Нет, ну смотри, вот ты был честным человеком, ты сказал, мне нужна прописка. Я понимаю это. Да? Деньги платил за это или нет? Да нет. А чем расплачивался? Любовь. Я хочу сказать по поводу себя истории. Учась в ГИТИСе, у меня к концу, значит, на третьем-четвертом курсе сложился роман с моим будущим мужем. Как-то первый и второй курс у меня были увлечения, а здесь вдруг мы с ним играем спектакль «Шекспир». Ой, пара была у нас с ним. И вот влюбленные пары, как бывает естественно, особенно мы студенты, и мы друг в друга влюбились. Вот, и у нас получился роман третий-четвертый курс, и поползли, значит, на курсе злые слухи, что мой муж, как бы вот мой избранник, мы еще не расписались, но у нас все к этому шло, хочет именно за прописки, потому что он из Ташкента, он русский, но и родители его в Ташкенте, он из Ташкента. Доползли эти слухи до моих родителей, они, естественно, насторожились и стали меня отговаривать. Во-первых, вот что такие слухи? И папа во-вторых, отговаривает. Конечно, да. И во-вторых, еще рано, подожди, надо устроиться, надо что-то сыграть, подожди выходить замуж, проверь эти чувства. Мы, значит, начали проверять эти чувства, у меня начались съемки, меня приглашают то на Беларусьфильм, то на Одесскую студию, то на Довженко, я снимаюсь там-сям, все время уезжаю. Муж нигде, мой будущий, нигде не мог устроиться в Москве, потому что папа совершенно не помогал никому, ни мне, молодец, ни моему мужу. Вот. И муж мог только устроиться, его приглашали в Калининград к Ефремовой, там очень хороший театр, но мы подумали, что все-таки это далеко ездить, если он там будет работать. Он устроился в Ногинский драматический театр. А Ногинский театр, он уезжает на 1.5-2 месяца, тогда уезжал на гастроли на 3 месяца. И у меня съемки такие... И в конце концов, вот это вот началась проверка. И к концу, значит, когда мы уже стали работать, где-то через год, мы решили все-таки расписаться. Расписались. И я должна сказать, вот то, что вот были какие-то такие недоверия, мы доказали. Мы до сих пор вместе 70... официально 77-го года, а не официально, наверное, 75-го, мы вместе, поэтому вот это самое главное. Но есть и другие боли. Как вы прокомментируете вот эту историю? В отличие от Василия... Вот почему в отличие от Владимира? Ой, от Владимира. Да, вы сказали, почему, что... Почему в отличие, от Владимира? И... Моя жена получила тройной куш, бывшая жена, слава тебе, Господи, фу-фу-фу. Как вы напуганы. Я благородно обеспечиваю свою дочь, потому что мои элементы, она тратится, немаленькие элементы, исключительно себя, я дочке покупаю все абсолютно. Знаешь, все-таки вот хотел бы... Вы немножко разные ситуации, разные истории. Я все-таки хотел... Я вот не думаю, что вы, даже вот вы никогда бы до такого не дошли. Еще раз объясняю. Я шизофреник, алкоголик,
и педофил. Но это страшно. Нет, это страшное количество девочек. Особенно последний. Скажите, пожалуйста, а в этой ситуации вас больше всего обидело именно то, что она вас клеветала? Нет, то, что я оказался после стольких лет благородно, мега благородно себя поведший, я оказался просто при отказе дать квартиру. С вами, хотя но подождите, вы нет, вы знаете, вот у нас сейчас нет, смотрите, вот нас сейчас смотрят в основном женщины и, как правило, в провинции, да? Что они про вас думают сейчас? Как вы думаете? Лошара, крутой лох просто. Развела, правда ведь я говорю? Ну, если любовь к дочке Лошвиня. Вы, извините уж, я не хочу вас обидеть, но вот женским взглядом вы выглядите ужасным занудой, от которого женщина хочет просто убежать подальше. Вот можно я поддержу? Хочу поддержать, вот прям. Потому что думаю, ну сколько ж можно слушать эту нудядю? Ну простите. Какие-то мельчайшие детали. Понимаете, педофилом... объявила его бывшая супруга. Ну как так можно? Это была история о взаимоотношениях, условно скажем, порядочного человека и человека, лишенного каких-то нравственных принципов. Но мы знаем исключительно один взгляд на ситуацию. Это взгляд Владимира. И когда я услышала реплику, я даю вам совет, что нужно выбирать дерево, рубить дерево по себе, мне это очень напомнило проявление такого вот мужского шовинизма. А почему вы подумали, что она изначально априори была вас недостойна? Когда так мужчина, пусть показала. Даже разведенный, рассказывает в деталях о непроходимости маточных труб у своей жены, мне это слушать неприятно, категорически. Вы знаете, я в свое время тоже вышла замуж за немосквича. И, конечно, надо сказать, что эта проблема на меня обрушилась просто своей мощью всей. Все мои знакомые, все мама и женщины возраста моей мамы, конечно, они все считали, что это все такое за квартира, что он что-то хочет, он не собирается работать, он не... и так далее. И я находилась под этим огромным воздействием. И мне было, поверьте, очень сложно преодолеть это и посмотреть непосредственно на ситуацию, проверить человека, поверить ему. И вот мы уже живем 16 лет, и у нас все хорошо. И мы не ровня. Вы извините, пожалуйста, а может быть, мы не ровня, но мы любим хорошо. Друг друга. Может, понимаете, мы любим друг друга. И у нас возникло доверие. Но в нашем обществе проблема, это я как социолог вам говорю, проблема состоит в том, что все едут в Москву, и москвичи хотят отгородиться каменной стеной вокруг МКАДа. Но меня сами при этом мы хотим путешествовать куда угодно. Мы сами к себе это не относим, что мы не можем поехать куда-то. Да? Все едут к нам. И все подозревают людей, которые хотят приехать в Москву. Я боролся за ребенка, она боролась за квартиру. Вот подожди, я сам отсюда доскажу. Может быть, были бы другие у вас отношения? Вы просто родились в этом городе, и все. Я ничего не говорю против москвичей. Я именно в этом мое достоинство. Я отлично отношусь к москвичам, среди моих друзей очень много людей. Надя, ты столкнулась в своей жизни с предвзятым отношением. Я боюсь, что я был неверно услышан. Я столкнулась один раз с этим предвзятым отношением. Это буквально один раз было, и мы еще были студентами. У меня был друг, мы параллельно учились. Мы были друзьями, мы даже не планировали никакие отношения. Но мама его аккуратно, конечно, подвинула, потому что девочка с Украины, как его пускай, она там где-то подальше побудет. Это был единственный раз. Все остальные вот мои знакомства с москвичами, с москвичками, замечательные люди, отличные друзья. А была у меня подруга-москвичка, которая не мирилась с мамой никак, она постоянно жила у меня, кормилась, спала и так далее. Никогда у нас не было какой-то такой разницы, и никогда я не слышала никаких уколов. Этого я не понимаю в отношении Тлюмиты, как все говорят, что она понаехала и кому-то мешает. Мне этого никто не говорил. Но так получилось, что все мои мужчины, они все-таки были приезжими. И они были все очень обеспеченными, гораздо более обеспеченными, чем москвичи, которых я знаю. И вопрос даже не в этом, не потому что они были богатыми там, или талантливыми, просто их любила. Здесь не так уж и много москвичей. Главное, что москвич, ну что, в каком-то должен быть колене, чтобы быть коренным москвичом.
все те, которые громко орут «Я москвич», на самом деле, максимум он родился в этом городе, но родители его когда-то приехали. Потому что человек, который много поколений живут в Москве, он даже никогда об этом говорить не будет. Почему? Я могу... Можно, ну, нет, можно, можно все-таки, нет, я был неверно понят или неправильно выразился. Не то, чтобы я не любил провинцию, я обожаю провинцию. Мало того, я хочу жить в провинции. Я говорил не о том. Я говорил, когда провинциальные отношения переносятся в Москву, и люди, полагая, что этот город, Москва, он страшный, он жесткий, и нужно показывать здесь только клыки и иголки, они абсолютно неправы. Они абсолютно неправы. И приезжают сюда, увы, не лучшие представители провинции, а те, кому даже в провинции не удалось устроиться. И мы прервемся на пару минут. А когда вернемся, узнаем, почему Анна Грачевская до сих пор не москвичка. Без прописки, то есть. Это программа «Они и мы». Тема наша сегодня — «Замуж за москвича». Анна, вы вышли замуж за москвича. Да, еще за какого москвича? Это «Москвич 412» просто. И по возрасту, и по качеству модели, верно ведь? Да. Получила же все, что хотела, правда? Конечно, получила все, что хотела. А что хотела? Да ничего не хотела, на самом деле, получать. И пришла сюда говорить не о своей личной жизни, а о теме приезжих и людей, которые приезжают в Москву для того, чтобы работать или учиться. Мы не хотим влезать в вашу личную жизнь никак, но это как раз тот самый случай, нет? Какой? Приезжая девочка. Приезжая. Московский уже не мальчик. Довольно известный и состоятельный человек. Бурная любовь, я же наблюдал все это. Да. Потрясающий роман, замечательный ребенок. И вдруг на тебе. А что на тебе? Что произошло-то? Что изменилось, что вдруг вот эта вот девочка из провинции оказалась, с его точки зрения, такой хищницей? Ну, в жизни бывают разные ситуации. Это происходит некое понятие «снежный ком». Я думаю, что в каждой семье есть свои проблемы. И, к сожалению, есть такое понятие, как осадок. И, к сожалению, накапливаются осадками какие-то проблемы, недопонимания, и происходит снежный ком и разрыв отношений. Как себя Борис повел? Он обеспечивает вас и ребенка? Есть ли у вас квартира, жилье да, свое? Да, Борис ведет себя очень интеллигентно и очень правильно, как и подобает такому человеку, как он. Вот он общается с ребенком и помогает нам, и мы сейчас... будем разъезжаться, пока живем под одной крышей, но вскоре мы с Василисой и с моей мамой переедем в другую квартиру. Которую он купил? Да, конечно. По разделу имущества, по закону, мне положено половина, но я не согласилась стоп, на половину. Стоп, секунду, вернее, секунду. Так, по закону вам положено совместно нажитое имущество. Да, абсолютно. Совместно нажитое. Да. Я полагаю, что к его годам, при его благополучии, у него все имущество было нажито до вашего появления. Кто да, подал, а кто подал на раздел имущества? Мы не подавали на раздел имущества. То есть он добровольно купил вам квартиру? Да. Да? А прописка есть у вас? У меня нет прописки, у меня украинское гражданство, и я еще не являюсь гражданкой Российской Федерации. А собираетесь? Планирую, конечно, да. А для этого за кого нужно замуж выйти? Ну, гражданство на самом деле оформляется по закону по трем пунктам. Одним из является получение высшего образование на территории Российской Федерации. Собственно, по этому вы его получили? И планирую, да, получать гражданство. Я получила российское гражданство, подав документы о том, что я много лет прожила в Москве. Ну да, у меня было высшее образование в Москве. Я, правда, прописана у своей подруги, которая не является москвичкой. И ее парень, не москвич из Ташкента, купил эту квартиру. Правда, я подписала бумаги, что я ни на что не претендую, и она может эту квартиру продавать, отдавать куда угодно. Слушай, я до сих пор у папы прописана. Вот, я прописана у подруги, и это нормально. Ну, я для этого не обязательно замуж выходить. Потому что у меня ребенок, она гражданка Российской Федерации, и я думаю, что в течение там, 11 лет, сколько я уже нахожусь в России, я в принципе могу получить гражданство. А вы чувствуете, что в Москве вас не любят? Нет, не чувствую, все хорошо. Больше того скажу, когда я училась... А в Санкт-Петербурге я на курсе была одна с Украиной, и, собственно, никогда не чувствовала себя как-то дискомфортно. Наоборот, меня до третьего курса называли Украина, и как-то это приветствовалось даже. Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Мне посчастливилось, или выпала такая честь родиться и жить в Москве. Моя бабушка, мама и даже, насколько я знаю, прабабушка. То есть вы коренной? Все жили в Москве. И гордятся этим, и обладают каким-то своеобразным патриотизмом.
И когда я стал подрастать, уже стал как бы не мальчиком, а они начали обо мне заботиться. Сынок, думаешь, тебе надо найти. Я думаю, что они девушку. Заботились о вас с самого детства. Сваты стали. Начали заботиться в плане женитьбы. Сынок, тебе надо найти девушку культурную, порядочную, скромную и обязательно москвичку. Мы все москвичи. То есть этот момент для них был принципиальный. Это было очень важно. Кого нашли вы? Случай послал через несколько лет, поискав москвичек, и не нашел. А вот мне интересно, простите, вы когда искали москвичку, вы как, когда знакомились с девушкой, вы спрашивали паспорт, у нее, да? На какую минуту разговора спрашивали, москвичка она или нет? Нет, конечно, ну, с общением, со знакомством, все же это несложно узнать. И получается, что я, или мне не повезло с девушками, все москвички оказывались далеко не скромные. Всем надо обязательно отдельную квартиру без мамы и желательно машину, большой доход и где-нибудь яхту на каком-нибудь Средиземном море. То есть вы поняли, что у москвичек очень серьезные запросы, которым вы не соответствовали? Да, далеко не скромные, то есть далеко не соответствовали маминым, бабушке особенно, и интересам. И случай заслал меня в небольшой городок провинциальный, во Владимирской области. Слушайте, у нас сегодня... Владимирская область просто. Да, но тут ситуация немножко почти с точности, да, наоборот. С другом возвращаясь из презентации, нам пришлось отбивать одну, ну, на вид обычную девушку, на вид скромную, от двух пьяных подростков. Ну, это вообще на улице, сегодня редко кто вступается. Молодец. Да. И влюбились. Защитили потом, и влюбились. Потом случилось что-то, ей даже не пришлось сказать мне спасибо. Просто наши взгляды соединились, и у меня что-то взорвалось вот здесь внутри. Пошло, поехало, познакомились, пообщались. Дальше я, как послушный сын, сказал: «Мама, бабушка, я нашел то, что вы всегда искали, то, что я хочу, и то, что вы, наши интересы, вот наконец-то». Я нашел то, что я искал, готов то, познакомить, но я она не москвичка. Я для вас нашел невесту. Они, к счастью, их не было предела, но она как только я обмолвился, что она не москвичка, как только я обмолвился про ее провинциальное происхождение, в доме началась просто революция, и я уехал к ней. Жить. Ближайшие полгода мы жили у нее, я ей помогал как мог, вдвоем, заодно и... Вот видите, коренной москвич бизнес, уехал во Владимирскую хорошо. Область. Да. И спустя где-то примерно год я решился, подготовил родителей, бабушку, самое главное, привести ее познакомиться. Как только мы зашли в квартиру, бабушка заняла позицию, что сейчас... Она будет защищать Москву от врага, как это когда-то и было. Оборона. Да. Но знаете, уже к вечеру, вот этот добрый, светлый человечек, моя Олечка, она как-то сумела их расположить, и они реально ее приняли. И тогда счастью и моему, и их действительно вы поженились. Не было предела. Или собираетесь? Спустя только? Еще полгода... Мы поженились, имея на то и родительское согласие, благословение, и счастливы мы все. И живете вы отдельно. И в Москве она не прописана. И живем мы вместе с мамой и бабушкой. Да вы что? Здесь, в Москве. И еще один момент. Она прописана здесь, в Москве. Эти истории объединяют не только Владимирскую область и город Владимир. Спасибо большое. Да, тут совершенно, как вы видели, да, нет, два разных подхода абсолютно. Два абсолютно разных подхода. Здесь любовь. Жертвенная. Настолько жертвенная, что, пренебрегая родительскими указаниями, можно москвичу уехать в провинцию, да, к своей, и добиваться своего. Здесь ситуация совершенно обратная. Я имею в виду с Владимиром, да? Ну так мне тоже да владимирская просто... теща говорила, что только через мой труп. Женить бы это. Да просто нет москвичей или провинции, есть просто хорошие люди и не очень. Вот. Мы сейчас прервемся и после рекламы узнаем, нам обещали дать практические советы, как завоевать москвича. Эксперимент в студии. Не уходите. Это программа «Они и мы». Тема наша сегодня – выйти замуж за москвича. И сейчас мы узнаем, как завоевать сердце москвича.
что многие девушки, которые смотрят нашу программу, они, у них есть вопрос к вам. Да. Я думаю, что сейчас они получат ответ. Как завоевать москвича? А главное, зачем? Значит, первый вопрос, который должна себе задать подобная девушка, это зачем она это делает. Не надо завоевать. Москвич – это не город, который в осаде, который надо брать штурмом. Да? Это надо завоевывать, наверное, сердце мужчины, надо просто любить. Если вы понимаете, что вы подходите друг к другу, здесь становится все намного проще. Но у любого москвича есть любящая нежно мама. И иногда это очень большая проблема, потому что мама хочет для своего любимого мальчика, я сама мама мальчика, всего самого лучшего. И желательно со своей квартирой барышню, которая хоть будет заботиться, холить или леять. И вот здесь, наверное, первое правило, которое нужно взять на вооружение девушки из провинции, это завоевать доверие родителей. Это, наверное, основное. Первонаперво научиться готовить. Я абсолютно согласен. Если она не готовит, не пьет, не убирает и так далее, как она завоюет? Только ложью, только ложью. А второе, это есть определенный, ну, женский, поскольку, в общем-то, я занимаюсь уже более 14 лет именно отношениями, вопросом отношений между мужчиной и женщиной, то, соответственно, есть определенные как бы женские хитрости, которые, в принципе, можно даже показать, Катя, если вы согласитесь мне как бы поработать моделью. Моей. Давайте, давайте покажем. Можно? Ассистировать? Да, да. Да. Хорошо. А что вы не меня попросили? Давайте, Александр, он лучше для этого подходит. Давайте. Наверное, да. Давай, иди. Давайте, хитрите. Нет, хитрить я не буду. Можно я так прямо, четко и конкретно? Значит, вы не могли бы подойти немножко поближе? Конечно, могу. Спасибо большое. Итак, первое это... Еще ближе, нет? Нет, уже достаточно. Ну, все, все прекрасно. Идеальная просто дистанция. Угу. А первое это, конечно же, чтобы сократить дистанцию, чтобы мужчина, москвич или родители москвича, соответственно, почувствовали к вам больше доверия. Запомните, если девушка врет или лукавит, это рано или поздно вылезет, выплывет. В худшем случае это будет как с Владимиром. Через 10 лет совместной жизни, в лучшем случае, это будет практически мгновенно. Но это вылезет. Угу. Поэтому врать не надо. Надо искренне. И первое – это прикосновение. Можно коснуться человека просто, ну, как получается. Как это было сейчас? Да никак это не было. Вот абсолютно верно. Ну, никак. А, соответственно, можно коснуться так, что ваше прикосновение вызовет доверие, симпатию, и это послужит каким-то базисом, причем покажите, даже невербальным, покажите, для начала отношений. Покажите, как надо касаться. Вы дотрагиваетесь целиком всей ладошкой, держите секунду, я чуть дольше задержала, а потом убираете свою ручку. Здесь уже другое ощущение. Конечно, было приятно. Да. Спасибо большое. Еще. Это можно использовать как с интересным молодым человеком. Ну, что-то на меня показываете, зачем? А вы не интересный молодой человек? Я не молодой и давно уже не интересный. Хорошо, с молодым человеком, так и с его родителями. Как бы невзначай тогда просто. Да. Слушайте, у вас тоже отлично получается. Ну, слушайте, вам бы мой опыт. Значит, следующее. Естественно, девушка, которая приехала из провинции, она для некоторых, я не говорю для всех, для какого-то меньшинства, которое действительно склонно к снобизму, но это просто личная особенность человека. Да, москвичей является, скажем так, личностью второго сорта. Но даже если она нравится, бессознательно где-то это сидит, что, ну, типа приезжая, посмотрим, что и как будет. Опять же, можно, не произнося ни единого слова, показать свою, скажем так, повысить свою значимость бессознательно в глазах мужчины, который на нее смотрит, на эту девушку, с помощью прикосновения. То есть девушка может дотронуться до себя и, соответственно, когда... Покажите. Обязательно. Вот. Я уже... Нет, ну не так. Сейчас я поправила волосы для того, чтобы было удобнее показывать и демонстрировать. Ну, как? То есть дотрагивается до себя, и когда она о чем-то говорит, она продолжает движение. Причем то есть она движение... как бы проецирует его движение. Здесь может быть закрыто. Она показывает, она ценность. Она демонстрирует это. И в этом жесте не обязательно иметь декольте. Можно вообще иметь нулевой размер бюста. Ничего страшного. Слушайте, ну согласитесь, что в ватнике эта история не пройдет. Пройдет. Да? Да. Эта история прекрасно пройдет. Хорошо. Еще. Третье. Сеанс магии с разоблачением.
Третье, это, конечно же, общение. Потому что, когда вы общаетесь с человеком, то, опять же, вы можете вызвать его симпатию, вы можете оттолкнуть его, и люди, которые, профессия которых связана с общением, она, они этим активно пользуются. Это в тот момент, когда вы что-то говорите со своим будущим женихом-москвичом, ну или просто с любимым человеком, да, вы вспоминаете про то, что надо улыбаться. Ну, то есть, ну, то есть не... продавщица на рынке – это идеальная позиция для того, чтобы начать общение. Ну, они же общаются, это же профессия. Да. Продать свой гнилой товар – отлично сказано. Да. А если товар хороший? А если товар хороший, что рекламировать? А чтобы подходили и знали. Потому что, опять же, я как бы напоминаю то, с чего мы начали. Главное здесь – это честность. Потому что если нет любви, неважно, провинциалка, провинциал, москвич, слушайте, можно, москвичка, можно ничего задать, не получится. Тогда, можно задать вопрос? А если есть любовь, нахрена все эти ухищрения? Ага. Если есть любовь, то здесь вы можете это использовать для того, что я же говорю, приручить родителей молодого человека, который зорко следит. Правильно я понимаю, что на папу вашего жениха вот этот жест, пожалуй, он неотразим будет. Я бы не рекомендовала. Доверие – это прикосновение. Давайте так, немножко внимательно. Давайте так, доверие возникает только к искреннему человеку. Согласна. У вас есть парадокс. Вы говорите об искренности и в то же время учите навыкам, которые нужны, когда этой искренности недостаточно или нет вовсе. Подождите, мы попросили об этом. Давайте я понимаю. Мы попросили о приеме, поскольку это является профессиональным. Я хочу этот диссонанс сейчас убрать. Вот в чем дело. Если вы искренний и неумелый, это может быть даже лучше, чем искренний и умелый, или умелый и неискренний, верно ведь? Да, да. Если говорить, что искренний и неискренний, да, то, конечно, искренний и неумелый лучше, чем неискренний и там умелый. И любой. Просто неискренний, это уже самодостаточно. А каким образом? То есть я так сначала должен воспылать к родителям, да, воспылать искренней любовью, а потом еще заставить себя на секунду прикоснуться к ним вот так. И все, дело в шляпе. Нет, конечно же, дело не в шляпе, дело в том, что... Дело в шляпе. Дело всегда в шляпе. У Натальи, безусловно, но мы немножко не об этом, мы немножко о другом. Я вас понял, а вы меня не убедили. Спасибо большое. Да, Лена. Я просто хочу сказать... Вот я немножко не согласна, все говорят в этой студии о том, что неважно, провинциал, не провинциал, лишь бы был хороший человек. А мне кажется, все-таки я бы выделила, особенно женщин, не москвичек, в отдельную категорию. Какой? Они могут быть хорошие, могут быть плохие. Но понимаете, человек приезжает из провинции, у него нету, или возвращаться, они все нацелены. Зацепиться в Москве. Да, вы бы их выделили просто по интенции, касается профессии, вот даже актерской профессии. Вот смотрите, мы москвички, мы сидим, мы думаем, ну у нас все есть, у нас есть квартира. Все же вот мои знакомые девочки, актрисы, которые из провинции, они все более добились. В нашей профессии более добились вот каких-то высот, нежели мы, москвички, которые сидим и думаем, у нас есть квартира, ну все это придет. Понимаете, а они уже нацелены на то, чтобы состояться. Второе. Вот вы посмотрите. Слушайте, я был в эмиграции 8 лет, я понимаю, о чем вы говорите. Вот вы посмотрите. Еще вот почему вот я смотрю у олигархов. В основном жены из провинции. Хотя они не выдающиеся красавицы. Но почему наши москвички, красавицы, высокие, стройные, сидят? У олигархов у всех практически жены из провинции. Как это удается? Поэтому я бы все-таки провинциалок выделила в отдельную категорию. Слушайте, а я сейчас вот вы напомнили мне про артист. Я не знаю, но это отдельная категория. Это хорошо. Можно я пользуюсь служебным положением? Сейчас обращусь вот в эту или в ту, куда мне скажут, в камеру, да, к абитуриентам творческих вузов, которые приезжают в Москву. Буквально третьего дня я был на Камергерском переулке. В тот момент, когда весело щебечущая абитура, приехавшая со всех краев нашей родины, ждала, когда их позовут на первый там тур или на предварительное прослушивание, не знаю уж куда. И эта стайка оставила после себя, стайка очаровательных девушек, молодых юношей, такую гору мусора, такую кучу хлама просто, вот, ну, как будто это вот была шахтерская забастовка 4 месяца, да, и они за собой не убрали потом. Милые мои, откуда вы не приехали? Как бы вы себя не чувствовали в Москве? Завоевать вы ее хотите или нет? Не хамите. Не хамите в лицо людям, которые здесь живут. Александр, вот этим самым мусором. Стояли разве?
Почти. У меня вопрос теперь параллельно к психологу. Вот вы можете сказать, вот как мужчине распознать именно хищницу-провинциалку? Вот. Я знаю, что можно начать прямо с внешнего вида. Потому что часто девушки на одно лицо выглядят. Нет, ну, на мой взгляд, каких-то вот конкретных признаков, тем более внешних, в общем-то, нет. Нет, ну что вы, почему? Другой вопрос. Крашеные блондинки с мини-юбкой в их представлении вот такой должна быть. Причем на вот такущих каблуках по вокзалу. Ну, в большинстве случаев... Поход за новой жизнью с утра в боевом раскрасе. В большинстве случаев все, кто приезжают, примерно так и выглядят. И вообще говоря, вопрос не столько в том, откуда и кто приехал, а в том вообще, какие это люди. И здесь, в общем, скорее надо прислушиваться, в общем-то, в какой-то степени, прислушиваться к родителям, которые смоют со стороны. Все-таки слушать там где-то друзей, которые тоже видят вас со стороны. Потому что пара, которая ну, между собой имеет согласие, ее видно. Нет, вот есть какие-то вещи, вот, например, у меня одна знакомая, я взяла ее с собой, просто вот мы повидались, и я для того, чтобы... Нет, ну, понятно. Вот по поведению я вам хочу сказать. Ну, они поскольку времени говорят, у меня не было, я говорю, ну, поедем, мне там нужно вот к одной подружке, к другой подружке, я ее просто взяла с собой. Потом оказалось, что у нее в записной книжке адреса, телефоны, дни рождения всех моих подруг, которым она вот потом еще и звонила. Понимаете, ну как-то это и в голову не придет, но это меня насторожило. Ну почему? Это человек, который знает, что он хочет, и ищет пути для исполнения своего желания. Ну, мне кажется, вполне возможно, и когда найдет, будет тоже все замечать. Инструмент выхода вот в эту жизнь. А, вас просто использовали. Понимаете, да, мне было неловко, мне просто пришлось сказать о том, что как бы не надо звонить людям и о чем-то их просить. Вот в чем дело. Да. Понимаете, возможно, это... она даже не видела ваших границ и не узрела в этом ничего противоестественного. Да. Конечно, это виновата я. Просто для меня это было структура. Для меня это было шоком. Ну как, мне кажется, даже об этом и говорить. Да. Я не должна была говорить, только вот ты, мы с тобой были вот в этом доме, только ты сюда не... Все тут же было... Кто, что, и потом обращаться к этим людям без меня, со просьбами устроить свою жизнь. Есть такие, да. Вы это знаете, для меня это было... Понимаете, нет, это а человеку нужно было устроиться в Москве. Да. И все, она говорит, а мне надо устроиться в Москве. Их можно понять, у них нет другого выхода. Нет, выхода есть всегда, нет, как за это прятаться, конечно. То, о чем говорили, какой человек. Ведь многие, кто приезжает в Москву, они как бы не просто так сюда приезжают. Им надо как-то жить. Конечно. То есть это нет, своего рода люди, которые живут, пока двигаются. Время нашей программы подошло к завершению. Я не знаю, что делать, потому что... Я знаю, что делать. Разговор у нас явно не окончен, поскольку я вообще думал, что это архаичная тема. Она так многих волнует, что давайте мы продолжим ее завтра. Завтра на том же месте, в тот же час увидимся. Это программа «Они и мы». Вчера мы не смогли закончить разговор, поэтому мы продолжаем тему «Выйти замуж за москвича». Вы как к москвичам-то относитесь? Такие же козлы, как и мы копчане. Кстати, я не знаю, кем себя считать. Или москвичом, или в третьем, в черном поколении. Ну, неважно. Папа у меня с Ростова-на-Дону. Она ничего не делает, лежит. Приехала на заработки сюда. Познакомились они где-то в кафе. В ночном. У меня трудовая книжка была в Новосибирске. Я вообще не хотел оставаться. А что? Веселая, румяная мадам. Умею шить, варить и в постели золотые руки. Такая интересная женщина может пользоваться успехом ведь не обязательно здесь, а вот, может быть, там у себя? Ну, познакомился я в свое время с одной женщиной. Обаятельная, симпатичная. Она сама-то вообще-то хохлушка. Сколько я не встречала москвичей вообще в своей жизни, мне никто никогда плохого не сделал. Вы прям профессиональная невеста, по-моему. Москвы больше нет, поэтому тема нашей сегодняшней передачи даже смешная. Москвы больше нет.